Художников вывели из тени. Так можно описать эту выставку. Экспозиция – это портреты тех, кто обычно остается за кадром. На снимках – деятели культуры Владивостока. Сергей Черкасов, Федор Морозов, Илья Зинатулин, Ольга Зотова, Александр Лобачев и еще 30 известных горожан. Автор выставки Эдуард Закружный на открытие пришел с внучкой. Она начинающий художник. Художникам посвящены все фотоработы. Это первая серия снимков. Далее Закружный планирует представить портреты музыкантов, артистов, литераторов и других представителей творческой среды города. Я снимал и пейзажи, и занимался макросъемкой. Но мне сказали так. Вот макросъемка – это вечная. Пейзаж – это вечная. А вот люди, они не вечные. И эти слова запали у меня, и после этого я стал снимать людей. Это уже третья выставка в обновленном арт-этаже за последние 4 месяца. Центр современного искусства с недавних пор относится к муниципальной собственности. Городские власти решили поддержать искусствоведов и запустили проект в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. У нас идет работа во втором блоке и в основном блоке арт-этажа, и мы надеемся, что уже в следующем году будет такой этот центр современного искусства, каким мы его, в общем-то, видели и замышляли. А до следующего года на вернисаж в Центр современного искусства горожан пригласят еще не раз. Пока же можно посмотреть на художников. Выставка Эдуарда Закружного будет работать до 18 ноября. Вход бесплатный. Выходные дни, воскресенье и понедельник. Валерия Белоус, новости на 8.